Европейская. Это действительно был крупнейший музей Москвы, которого Москва лишилась уже после революции, когда собрание стало настолько большим, что не стало необходимо, так сказать, решать вопрос, что делать дальше. И было решено оставить на Ваганьковском холме, собственно говоря, только библиотеку. Это библиотека долгое время носила имя Ленина. Сейчас это российская... Со студенческой Юрой Ленинкой, да-да. Вот, сейчас это российская...